Построена в 1964 году. Износ 70%. Мощностей не хватает. Котельная номер 2 на улице Северная, которая обеспечивает теплом 43 жилых дома в Одинцово, нуждается в модернизации. Работы стартовали осенью. На пределе все были мощности, всего 47 мегаватт. И сама жизнь, соответственно, те потребности города, которые получают новые дома, новые микрорайоны, подтолкнуло нас на модернизацию. Сейчас готовность объекта 25%. Установлены 3 новых котла. Выполнен монтаж поля фундамента дымовой трубы, кровли и металлоконструкции каркаса здания котельной, а также устройство монолитных перекрытий первого и второго этажа. Заказчиком является Одинцовская теплосеть. Они нашли деньги достаточно для того, чтобы на базе старой котельной построить еще 60 мегаватт мощности, что, безусловно, перекроет все наши дефициты, которые в этих микрорайонах сформировались. Также тепло идет и на все социальные объекты. Все идет по графику. Пар от трубы прямо в окна. На это неоднократно жаловались жильцы соседней многоэтажки. Труба на модернизированной котельной будет значительно выше – 81 метр. А значит, вид из окон жилого дома уже портить не будет. Мы пошли на удорожание проекта значительное, но труба у нас появляется вот такого большого размера. Модернизация котельной по плану завершится в апреле. В мае объект введут в эксплуатацию. Летом он будет работать в тестовом режиме, чтобы новый отопительный сезон встретить в полной готовности. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».